Всем привет. В общем, закармливал я точку. 4 дня ее закармливал по такому ведру, ферментированной кукурузой. Фух, на третий день у меня был один обрыв и один сход. Обрыв был, наверное, килограмм 5, а мур был. Сход килограмма 1,5 мурик. Ловил я там на все, и на опарыша, и на червячка. Ну, в общем, даже карась не ловился. Сегодня точка меня порадовала и отблагодарила. Смотрите ролик до конца. Всем привет! Рыбачим сегодня рядом с домом, на канале, на своем закормленном месте. Крючки уже в воде. Ловим на пьяную кукурузу с кормушкой. Прикормка тоже кукуруза, но уже там на забродившем. Не стали заезжать покупать, так выехали на пару часиков. Посмотрим, может будет что-нибудь. Ну, закинул 2 фидера. Сейчас еще одну сделаю фидер, на оснастку закину. Там макушатник, просто я его беру. Здесь сколько ловил на макушатник. Вообще ноль. Сегодня 4-я рыбалка здесь. Получается, сегодня 4-е ведро пошло в воду кукурузы. На 3-й рыбалке был подход. Короче, в общем, был один обрыв, амур белый. Ну, килограмм в районе 5, может, высоко. Еще один был сход, где там в районе 1,5, может, такой. Естественно, поводки все попеределал. Крючочки другие. Ну, думаю, сегодня мы тоже должны его взять, если он подошел уже. Тем более, сейчас еще закормили. Все, пробуем, сидим, ждем, выжидаем. Сейчас еще один фидерочек делаю. Он мне ложку одну закинул. Удочку 4-метровую взял, обрезал, ложку прицепил, кинул. В общем, так. Сколько рыбали мы уже? Минут 10. Ну, пока тишина. Время. Сколько время, Сань? Часов 10, да, утра? 20 минут 11. Посидим, может, часиков до 2. Все, будем пробовать. В общем, все, оснастка готова. Одеваем кукурузку. Делаю так, одна твердая и 3 мягких. Оснастка вот, так называемая патерностер. Поводочек сколько? Сантиметров, может быть, 70. И кормушка на петле. Кормушка 50 грамм. И тут этого достаточно, не несет. Текухи нет. Все, забрасываем. Удилище не фидерное. Обыкновенный дрын, так называемый. Неудобно забрасывать эту. Вот, отлично. Чуть-чуть вот так сделаем. Все, ждем рыбку. Так, первая сработка была на макушатник у Санечка. Че, все походу, да? Да, походу все. Че, будешь смотри? Да, подведи. Что-то потарахтело, потарахтело. Ну, никого нет. На макушатник. Было уже у нас тут по одной поклевке. У меня была хорошая натяжка. Я отпустил, и у Сани точно так же. У Саня подсек, а я не стал.
В общем, вроде как рыбка есть. Место обалденное. Тенечек тут у нас. Поддюбовое. Такие слабенькие подтяжки. И вот на вот этот, на крайне, который я только что сделал, я обалдел, блин, как он согнет его вот так вот аж. Придержал и отпустил сразу. Не захотел набрать, наверное, крючочком укололся. Хотя вроде насаживал я неплохо. Ну, крючочки, если честно, большеватые, конечно. Ну, я бы такое, чтобы уже наверняка. В прошлый раз меня подвели. Фидерга меня подвел. Когда хороший амурчик попался. На узде на фидергаме. Лопнул. И крючочки не крупные были. Раз сюда мимо проходил на крючке чешуя. Да может. А так поддюбывают тут на все. На все удочки. Вроде оно и карасика нету. Не клюет он особо. И мелочевки всякой много. Всякой тараночки, там селедочки. Вот этой ерунды. Подразбивает она чуть кукурузку, конечно. Мягкую. Твердая она ничего не может сделать. Так вот. Ну, опять поклевки. Слабые. Да, но даже может это и беломут. Да не может, а скорее всего так и есть. Он тоже бывает так клюет. Поймать можно хоть одного такого нормального, килограмма 2-3. Сколько уже? Сегодня уже пятый закорм сегодня был. Вот так вот лучше. Сработка на макушатнику, Саня. Вот он. Карасик. Первый карась за сегодня. Первая рыба. Сидели часа полтора. Так, поклевки есть, поклевки хорошие. Да, Сань, ведро. Амру гуляет по канальчику. И вот тут рядышком тоже сыграл разок. Было пару натяжек неплохих у меня. Ну, не знаю, что-то не хочет он прям брать. Не знаю, что именно ему не нравится. Сейчас решил достать крокодил, закинуть. Сделаю на камыш. Не знаю, может, кукурузу просто не хочет он сегодня. Но гуляет он хорошо прям. Всплески. Он как-то, я не знаю, в камыше плещется. Это может камыш он валит, потом ест. А черт его знает, в общем. Но гуляет. А вот он и первый амурчик сегодня. Килограмма полтора. Тихо, Сань. Так, удочки в сторону. Удочки в сторону вот эти. Держит. Да поводи его, чуть его. Да я же вожу его. А этот подсак есть? Нету, конечно. Нету. Тихо, родной. Где таких рыбаков? А? Это тоже красиво, но все-таки я его сейчас поймаю и отпущу. За жабры взять. Сейчас его поймаю, посмотрю на него и поплывет он домой. Ну это правильно, это уже круто. Давай, я сниму этот процесс. Как хорошо, Саня, он играет, а? И давай это. Ух ты, бля, какой. Все, уже рука начинает уставать у меня. А подсак приобрести все же, наверное, стоит, да? Да, рыба отпускаем, мы все равно без подсак. Дело в том, что мы ее и не ловим.
А ну вытащи его на воздух. Вот. Ну, полтора ловчика. Небольшой. Да, это ты зацепил ногой. Да? Ух ты! Класс! Оно. Вот оно и стрельнуло. Место мое наконец-то. Давай взвесим. Давай сейчас мы взвесим. Если бы мы не подъехали, я бы у них поймал. Ну вот, видишь, я сюда сейчас тебя прям. Ой, красота какая. Давай, Санечек. Как я его вымотал, да? Вот. 2-300. Два почти 2. Да, вот это красавчик. Хороший. Давай его сюда. А вот дай его скажу. Угу. Оно, погоди, не отпускай. Так, угу. Такая. Есть. Снимаем. Ну, давай, целуй, отпускай на удачу. Первый амур за сегодня. Первый достойный амур на этом месте. На нашем выкормленном. Поэтому он будет жить. Что я говорю, целуй, отпускай. Доставил лучшие эмоции. Давай, дорогой. Я тебя чуть-чуть сейчас кину так, а ты поплывешь. Ну что, Сань, надеюсь, ты его поймаешь. Но я его, наверное, уже не отпущу. По очереди, да? Рыбы нет, так тоже есть. Есть рыбка, есть сейчас. Да. Сейчас снова была поклевка. Натяжка вроде потянул, подсекаю никого. Холостой, ну большой крючок. Выкинул он его походу. Все, собираемся домой, он уже сложил. На кукурузу крокодила, которую я кидал, ложку тоже сложил. Вот он мне. Две удочки в воде еще вроде как поклевывает. Я думаю, будет рыбка. Сделаю еще один фидер с инлайн, оснасткой скользящей. Может, еще лучше будет. Все, ладненько, всем пока. Ждите новые ролики. Скоро будет ролик с ночной рыбалкой. С этого места попробуем. Ребята говорят, ночью он тоже хорошо берется. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, всем удачи.